День знаний прошел и в Бурлинском районе. Здесь, как и во всем регионе, торжественные линейки были организованы только для первоклашек. За парты в этом году сядут более 9000 местных школьников. Ряды педагогов пополнили 23 молодых специалиста. Подробнее в следующем сюжете. В Бурлинском районе 25 школ. В них получают знания 9279 ребят. С каждым годом растет количество детей, которые поступают в первый класс. В этом году впервые переступят порог школы 1040 первоклашек. В прошлом году их было 999. Каждый год звонок веселый собирает вместе нас. Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! Здравствуй, наш любимый класс! Школа-лицей номер 6 города Аксай впервые распахнула свои двери 11 лет назад. В 2019 году здесь были открыты лицейские классы. Торжественная линейка прошла со всеми атрибутами – шарики, цветы, праздничное настроение. В этом году впервые сядут за парты школы-лицея 177 детей. Главной частью праздника стало вручение букварей. В этом году у меня идут два внука, внук и внучка, первый класс. Я очень рада этому. В прошлом году здесь с пандемией, не было учебы в школе, учились дома. Теперь в этом году школа наша открылась. Я очень рада этому. Пусть эта болезнь уйдет, эта болезнь, чтобы дети наши получили крепкие знания. Уделено внимание материально-технической базе. На закуп учебников выделено почти 259 миллионов тенге. Все школы подключены к интернету. Стоит отметить, что если на начало года на один компьютер приходилось 8 учеников, то сейчас 3. Имеется 39 оснащенных предметных кабинетов. До 2025 года это количество планируется довести до 53. В рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» на базе школ номер 2, 3, 4 и 6 открыты IT-классы. Также в этом году будет организовано горячее питание для учащихся начальных классов и детей из малообеспеченных семей. Мария Пирог, Дамир Жутаев, телеканал Ак-Жайык.